Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял сегодня участие в совещании, которое в режиме ВКС провел Дмитрий Патрушев, по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории России. Как и коллеги из других субъектов России, Рашид Тимрезов доложил Дмитрию Патрушеву о том, как обстоят дела в Карачаево-Черкесии. На территории республики деятельность по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов осуществляют два полигона. Кроме того, в республике разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Также Рашид Тимрезов сообщил, что в Карачаево-Черкесии планируется строительство еще двух крупных полигонов.